делать буст, но там как бы с окна часто тебе перепрыгивает. Но идея такая, что один должен выйти из серии под белый, по 250 прикрывает, как бы, там и третий может как бы повоевать, понял? Да. И вот в то время, пока они создают как бы там атмосферу, ну то есть атмосферу, да. Могут, они могут поделять. Уюта, атмосферу теплоты и уюта. Могут одного поделять. Два типа, короче, пытаются занять территорию, но скорее всего буст в окно нужен как бы, или попытаться поймать как бы перетяжку. Я понял. Короче, и уходят потом под арку. Если мы сделали засаду на форс, у нас были нормальные форсы, пода вместе, то могли бы эту раскидку принять без шансов. Они шли два ковры, три ямы. Раза три или четыре с нами это сделали, когда у нас плохой бай был. У нас даже была авик там или еще что-то. Вот это ферри, да, да. Как ты прокомментируешь высказывание Торина? Он написал у себя в Твиттере, что как капитан Зевс очень хорош, но на карте ведет себя как бот. Так, ну, во-первых, для начала, перед тем, как комментировать это высказывание, давайте зададим вопрос. Кто такой Торин? I don't know. Торин, чего он достиг в КСе? То есть он выиграл какой-то турнир серьезный, или он обучил какую-то команду, или он вообще где-то, или он прорвался в ФПЛ. Он никто просто. Это просто какой-то левый чувак, который пришел в киберспорт и начал как бы вести свой блог, но при этом как эксперт он не может просто оценивать игрока, если бы это действительно написал какой-то чувак, там, эксперт, который, там, или там просто какой-то там чемпион мира, там, и который достиг, у него есть достижения какие-то в CSGO, он высказал свое мнение, ну, я бы хотя бы подискусировал по этому поводу с ним, чтобы понять вообще, почему он так считает. На меня это никак не влияет, я не буду себе там надумывать, что я какой-то бот, потому что я много работаю, много тренируюсь, и я знаю свои, как бы, плюсы и минусы. Даже в 30 лет я играю на уровне со всеми сильными капитанами там, лучших команд мира, поэтому все четко, а Торин пусть там идет где-то там, сидит дальше. Как вы уже догадались, это четвертый влог на канале Natus Vincere, и мы уже прибыли на стадион, чтобы сразиться с командой Fnatic. Еще это не есть... просто бейджик и проход на стадион, это, блин, $150. Впервые ESL ввели такие правила, что если игрок теряет такой бейдж, он отдает организации $150. Напоминаю, Костяныч, у вас везде проходики, кроме восьмерочки, на сцену вас не пустят. Вы, конечно, можете включать такой, ой, а это что, не библиотека? Но мы проберемся на сцену, я вам обещаю, ребята. Вот так, как этот, как Миша. Да. Вот так на сцену будет. Да, обязательно проберемся, ребят, вы же знаете. Мы уже на стадионе, но мы находимся в том месте, которое никто не видит. Это бэкстейдж, скажем так. Черный вход, через который мы попадем в зал. Вот так смотрит меня. Короче, дожди, вот так вот идет. Короче, дожди, выйдешь. Что, Миша? Представляешь, он такой просто посреди игры мы и Миша тупо поворачиваемся спиной к команде. Ребята, мы рассказываем про Мишу Кейна, как он дает колы во время матча, когда нельзя этого делать. Миша находит, видите, разные лазейки. Не, слышишь, Миш, давай придумаем. Один кашель – это собранный, два кашель – это Б. Миша сказал, не надо эмоционально кричать и давать инфу. Это говорит Михаил Кейн, тот человек, который частенько... Которого уже удаляли. Да, удаляли уже за эмоции. Даня, что скажешь про Fnatic? Вот сейчас вот следующий наш соперник, это Fnatic уже на стадионе. Буквально в двух словах. Ну, Fnatic это все же еще микс, но микс из сильных индивидуальных игроков. Соответственно... Если мы не будем индивидуально им уступать, то мы должны победить. Ну, потому что мы лучше играем как команда.
но это шведы, они, у них всегда был всю жизнь стиль игры, хорошей игры после размена, и это как бы их такой вот главный плюс, наверное, в этой игре будет против нас. Соответственно, нам нужно просто не уступать им индивидуально и качественно отыгрывать после размена. Мы уже там в шестерке, мы будем играть на этой арене, где будет там 12 тысяч зрителей, и реально задачу минимум мы выполнили. Поэтому мы в любом случае очень хотим победить, но победить сильнейший. Ребят, мы находимся в центре Lanxess Arena. Это многофункциональный спортивный комплекс, где проходят разные состязания и концерты. Именно здесь наш украинский супертяжеловес Владимир Кличко одержал победу над Акселем Шустером и Лейманом Брюстелом и праздновал здесь победу. А в 2007 году сборная команды Германии по гандболу выиграла чемпионат мира. Сама арена вмещает в себя до 20 тысяч зрителей, а во время хоккея до 19. Ну, это не так уж и важно, потому что здесь просто невероятное количество людей, зал набивается, и в зал пускали уже с 10 утра. Во всех фан-секторах куча фанатов, они все в разных футболках. Кто в футболках, ты, кто в футболках, Тайга, Кайгу. Вот у нас даже фанаты, ребята приехали из Ростова, мы только что с ними общались. Привет, как дела? Отлично. Вы откуда приехали? Привет. Смотрите, Ростов-на-Дону здесь, Тамбов здесь. Какие ваши вообще предикшены этого матча? Он и Нави должны всегда побеждать. Впервые сюда приехали, вот, и очень хотели, чтобы Нави вышли. Но что-то все равно так и получилось, вот, и должны выиграть. И по традиции, ESL любит выставлять кубки на самое видное место. Здесь он находится в центре, посмотрите, какой он красивый. У нас уже есть такой один кубок, ESL One New York 2016 года. Он действительно крутой, посмотрите, деревянная подставка, напоминает какой-то хоккейный кубок. Я надеюсь, у нас получится подружиться с этим кубком. Посмотрите, очередь фанатов за любимым напитком. Теперь можно выпить пиво в зале и поболеть за любимую команду. До этого момента я ни разу не встречал мест, где можно спокойно попить пивасика и поболеть за любимую команду. Мы решили подняться наверх и посмотреть, как вообще здесь все происходит. What is this? This light. Ребята, это специальные браслеты, которые мигают, когда бомба взрывается, и ты не успеваешь ее раздефьюзить. Костян, один браслет тебе, и один браслет мы разыграем в следующем влоге. А условия я вам расскажу. А пока что я одеваю наш браслет, и мы пойдем посмотрим, что же тут происходит вообще. Ребят, очень большая арена, действительно, здесь проходит очень множество концертов и разных соревнований, как я уже говорил. Поэтому перекусить можно буквально на каждом углу. Я не сильно знаю немецкий, но Buch mir frei für Pommes Burger in Heinz. Это значит, что здесь делают крутые бургеры и обязательно с кетчупом Heinz, который все мы так любим. Видишь, Костян, мне кажется, что нам надо сделать татушечку Natus Vincere. Как ты думаешь, это будет good? Hi guys, we are from Natus Vincere, you know, from movie channel. Can we make this? Because we need to go. Please, okay? Thank you so much. Oh, thank you so much, thank you. Только что меня поздравили с прошедшим днем рождения. И это круто, значит нас смотрят по всему миру и скоро будут смотреть дальше. Your predictions, Na'Vi or Fnatic? Na'Vi. Быстренько татушечку, я не знаю, куда мы ее набьем, как вы думаете? Ну, я думаю, что надо куда-то сюда, да? I did it fucking awesome. It was my work. Очень крутая татуха, нам только что сказали. Буквально совсем недавно команда сборной России выиграла у Испании, и исполнитель Текила сделал татуировку с надписью «Россия» на щеке. Мы сейчас
немножечко тоже хайпанем и сделаем тату, пускай и временную, но нашей команды тоже на лице. This one is the best. Yeah, it's beautiful. Yes. Okay. Мы сейчас хайпанем как текила и вместо Россия набьем надпись Винсер на лицо. Да, давайте. Окей. Okay, you ready? Yeah, I'm ready. Хейтеры, алло! Мы находимся в Лонгсис арене. Я могу представить, какие фильмы снимал немецкий этот оператор. О-о-о! Ребят, посмотрите на это шоу! Come on!